О ключевых достижениях Одинцовского округа в 2021 году рассказал в своем отчете глава Андрей Иванов. В муниципалитете продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация». В минувшем году к газу подключили 766 домовладений 59 населенных пунктов. Всего построено 43 километра газопровода. В планах на ближайшее время подключить больше 4500 домовладений, сказал глава и подчеркнул, что необходимо продолжать активную разъяснительную работу с населением, чтобы как можно больше жителей смогли подвести газ по программе соцгазификации.